родной комплектации панель приборов находилась вот на этом месте, что в принципе довольно таки было хорошо, удобно и комфортно. Но так как клиент устанавливает вот сюда эхолот хороший большой, а также был вот этот вот небольшой расположен вот в этой вот части, то все приборы они в общем-то будут закрыты. Но приняли решение о перемещении приборов, и в зоне видимости как раз вот они были перенесены. Трим, датчик трима, датчик топлива, наиболее важные датчики, которые были, вот как раз в зону видимости были перенесены. А счетчик часов был убран пониже. В принципе, не так часто он используется, не так часто смотрят, сколько часов намотано, поэтому пониже его убрали, и все, чтобы не париться. Сама панель была сделана пластиковая, родная, заводская, но при, получается, при установке приборов там и снятии остались отверстия, и было принято решение просто ее взять и заменить. К тому же при формовке она не была армирована и была вогнута, что в принципе функционально это никак не сказывается, но эстетически видно не очень красиво это. Вот поэтому мной было принято решение также сделать по контуру все плоскую пластиковую панель, но с армированием изнутри фанерой. Вот поэтому сейчас уже все заармировано, все это дело сохнет, и в общем-то сейчас покажу. Вот мы можем видеть, сама будет плоскость прилегания именно крепления вот в этих вот точках, сама плоскость прилегания вышкурица будет ровненькая, а здесь заармирована фанера, то есть мы избегаем прогиба стеклопластика, а также у нас будет лучше крепиться, лучше держаться приборы, которые будут, потому что здесь тахометр будет в любом случае располагаться, и поэтому будет немножко понадежнее. Вот. Думаю, через часик уже можно будет устанавливать, подпиливать и все, и навешивать приборы, ставить эхолот. Так, вот у нас уже и готовая площадочка. Единственное, она пока не зафиксирована. Не засверлено отверстие под крепежные болты. Вот сделают ребята-установщики. Когда будут врезать прибор, тахометр, сразу же засверлится красиво. Хотя, думаю, может самому засверлиться, потому что вдруг криво-косо как-нибудь сделают, что будет уже не так приятно. Вот. Вот эта панель, которую я сегодня делал. Вместо родной, вместо штатной панели, потому что, еще раз напомню, эхолот один убрали, здесь будет большой эхолот. Вот. Поэтому было принято решение изготовить новую панель. Вот, панель по образу и подобию сделал черного цвета, как она и была, в общем-то, изначально. Но буквально 10 минут назад руководство приняло решение, что панель лучше сделать белого цвета, вот аналогичная корпусу судна самого. Поэтому сейчас буду готовить и красить. Вот у нас получился сэндвич толщиной 15 миллиметров, потому что 10 миллиметров или 8 миллиметров у нас была толщина фанеры. Вот, а остальные 7 миллиметров у нас толщина стеклопластика, 4 миллиметра лицевой пластик и 3 миллиметра накидано для армирования и фиксации фанеры. Здесь также у нас все выбрано, то есть фиксироваться у нас будет на стеклопластик, а сама фанера нам
даст жесткую основу, которая в свою очередь не даст прогибания пластика. Вот. О, это получается я с обеда и до 6 до 7 часов, ну, естественно, другой работой занимался. Но вот панель в данном состоянии уже с подгонкой совсем у меня заняла 7 часов. 7 часов. Вот, естественно, радиуса все зализаны, чтоб не дай бог кто-то туда что-то сунул и зацепился, такого быть, ну, естественно, не должно. Все ровненько, никаких пузырей, все четко, как и должно быть. Единственное, только останется нам перекрасить его в белый цвет. Так, вот этот проектик считаю законченным.